Так, я сейчас плотно играю в Dead or Alive 5. Купил я ее еще в прошлом году, но серьезно решил заняться только сейчас. Хорошая игра. Хорошая игра. Не только сиськи. Ну, понятно, что не только сиськи. В принципе, я всегда знал, что не только сиськи. Ну, лишний раз убедился в этом. Вот. Прошел story мод. Там задрачиваю Кокоро, Рига. Вот. Углубляюсь в боевую систему. Ну, и выбиваю ачивменты. Вот есть ачивмент, что вот, ну, аркейд-мод, да, аркейд-мод обычный, и есть ачивмент пройти его на всех уровнях сложности. Вот тут их 8. И, ну, за любых персонажей, ну, я за Кокоро прохожу. Вот, я прошел руки, изи, нормал, хард, чем прошел. И я не ожидал, что буду так. Причем так, никаких особенных сложностей не было, даже вот на чемпе. Вот, и осталось 3 уровня сложности: True Fighter, Master и Legend. Вот сейчас я попробую на True Fighter пройти. Не знаю. Должно получиться, в принципе. Ну, у Кокоро я открыл все костюмы, которые только можно, и даже купил DLC-шные костюмы, потому что, ну, короче, просто купил и все. Вот мой любимый костюм, он не DLC-шный. Вот его и попробуем. Так, тут всего 8, по-моему, этих боев. Вот. Сейчас попробуем. Не знаю, что получится. Вернее, я вообще не знаю. Знаю, либо я пройду, либо не пройду. Так, ну, Кокоро. Ну, меня перехватывают. Такая интересная боевая система, на самом деле. Тут, ну, джаглы. Но она вообще похожа на тейкеновскую. В принципе, вот, как ни странно, вот мне тут делают супер. Она похожа на текеновскую в том смысле, что тут как бы джаглы меньше, но тут есть вот эти станы, когда противник как бы стоит на ногах еще, но его можно лупить, и он может только перехватить, вот как сейчас сделала Сара. Это, кстати, Чикса, она Сара, вот, которая против меня. Она из Virtua Fighter вообще, я не знаю почему. Да, все. Вот, больше всего мне нравится, конечно, то, что тут они трясутся. В принципе, это лучший элемент этой игры. Все-таки, что можно с X-Axis, в смысле джойстиком трясти, и они во время победных поз трясутся. Сиськи, я имею в виду. Блин. Это кэнонбол его. О, нифигась. Ну все. Тут когда тебя снокдаунят, в принципе, есть нижний удар, есть средний удар. А, черт. А есть вот такая фигня. А! Что за хрень? А! Прям не схватить его. Хорош, готов. Сразу как я, когда меня бросят на землю, как только я поднимусь, я делаю вперед,
ХП. То есть вперед, удар ногой, удар рукой. И это довольно-таки... Вот, кстати, против меня... против меня сейчас играет Рик. Вот. Это второй мой персонаж. Он очень, на самом деле, похож на Хуаранга. То есть он тоже тэквондист. Вот. Ну, правда, у него больше ударов руками, чем у Хуаранга. А, ну он тэквондист, да. На! А, черт. Ну ничего. Готов. Так, это было 3. Ну реально просто. То есть я играю сейчас на предпоследнем уровне сложности и... В принципе... А, черт. В принципе, пока нормально. Не знаю. Я не знаю, сколько этот видос будет по продолжительности, но... Походу он будет до хрена. А, черт. Я помню, я впервые в Dead or Alive вообще с этой серией познакомился на Игромире. А, нет. Или на Геймиксе. Короче, на какой-то выставке. Я впервые сыграл... А, черт. Впервые сыграл... Черт. Проиграл. Короче, впервые сыграл в Dead or Alive 4. Там была похожая арена. А, черт. Перехватывают. Готово. Вот. Впервые сыграл Dead or Alive 4. Давным-давно. А, черт, я сиськи пропустил. Ладно, неважно. Ну, четвертая часть была сложнее. Конечно. На! На, я тоже умею контрхиты делать. На, и верхние контрхиты тоже умею делать. Конечно, да. Естественно, это не секрет, что эта игра строится на контрхитах. Это все знают. Вообще все. Бум! Кокоро рекомендует положить лед на это. Не знаю, на что на это, но... Так и говорит. You should put some really... You should put some ice on that. Вот так вот. А, черт. Вот... еще тут, конечно... А, черт. А, блин, что-то я рандом какой-то жму. Готов. Не, ну реально легко, реально. Реально легко. Легко, но расслабляться не надо. Эта арена, кстати, офигенная. Такая Modern Warfare. Типа Modern Warfare такая арена. Тут все взрывается, вертолеты падают, короче. Можно противника запустить в вертолет. О, танки! Короче, ой, блин, сейчас меня задавит танк. Короче, такая арена прикольная. Но эта арена какая-то глупая, честно говоря.
Можно в рот запустить клоуну. Реально, клоуну запустить в рот. Противник. А, черт. Касуми, ты че? Бум! А, фак. А, черт. А, черт. Фак. Ничего, ничего, сейчас пройдем. Сейчас пройдем. Естественно, чем дальше, тем сложнее. Чем дальше, тем больше они каунтерят все твое. На, на, на. А, черт. А, черт, прям до хрена каунтер. Фак, неужто я проиграю? Нет, я не проиграю. Я не проиграю. А чё? На, о, а, кстати, я забыл один приемчик. Один при... Блин, я так далеко не уйду. А, нет! Вот, пожалуйста, уже седьмой этап, блин, я уже почти прошел. Почти прошел. Видос уже длится, наверное, полчаса. Надо быстрее пройти. Чем дольше видос, тем более сложно заливать его на YouTube. А! Ну, естественно, тут компьютерный противник, он просто каунтерит. В принципе, так. Тут... Бум! Моя Кокоро, она, в принципе, гейша. Поэтому один из ее таунтов, это она так садится, типа, на колени такая. Let me entertain you. Поиграть тебе там, попеть что-нибудь, поиграть на музыкальных инструментах и так далее. Она учится на гейшу. Все! Вот, другой там. Так, и все, и последнее. Последний. О, Кокоро! Mirror Match. Сейчас будет Mirror Match. Ничего, 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 ничего. На, ну она тут каунтер-хи... Чёрт. Она вот просто каунтеры абьюзит, просто. Опа, quarter circle back punch. Quarter circle back punch. Вот это, вот, блин. Вот это вот. Опа, вот это хороший, хороший прием. Приемчик. Блин, вот тут я, конечно... А, фак. Ничего, ничего, ничего. Сейчас, осталось совсем немного. Бум! Да, иди сюда. Бум! Еще раз. Бум! Еще раз. Бум! О! Фак, фак. Ничего, ничего. Бум! А, фак. А, черт, черт, нет. Да, да, вот она садится, видите, она садится, как настоящая гейша. Отлично, отлично. Аркад Блюбел. Вот, да, я на первом месте по очкам, и это был предпоследний уровень сложности. Вот. Осталось пройти на двух последних. На двух последних уровнях сложности. Что мы сейчас и сделаем? Шутка, шутка. Все. Счастливо.